Я вот слышу всякие комментарии, вот казахи такие-сякие, казахи плохие. Казахи такие же, как армяне, такие же, как украинцы и другие. Две ноги, руки, голова, все такие же, да? Если кто-то считает, что вот у Назарбаева там полиция и так далее, а что вы думаете, у других диктаторов что ли нет? То же самое, у них все есть и тоже сопротивляется, но диктаторские режимы падают. Все зависит от единства нации, народа. Мы должны объединиться и действовать, тогда этот жалкий старикашка просто упадет, этот режим. Вы увидите, какой он будет жалкий, когда находиться будет за решеткой. Когда он будет рассказывать о том, что он сделал вклад, его памятники будут валить. Это все произойдет, если мы будем действовать энергично, не бояться. Понимаете? В мире именно так это происходит. Никто никому не платит деньги. Люди действуют. Вы посмотрите, как действует молодежь. Тысячи выходят, скандируют. Путин вор. Нам не нужен царь. Вы смотрите, что происходит. Школьники выходят в России. Школьники. Так что, ребята, давайте будем активными. Сезон политический начался. Режим делает непрерывные ошибки, он будет делать дальше, потому что старый организм не только у Назарбаева, но такой же организм у нашей страны, я имею в виду политический, экономический. Отстала экономика, все отсталое, и она должна упасть. Упасть, чтобы мы могли построить сильную страну, современную экономику и свободную политическую систему, свободную от коррупции, свободное от давления на личность. И мы это сможем сделать.